Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем с вами изучать замечательную книгу «Ездры и Неемии». Я говорю книгу в единственном числе, потому что на самом деле эти две книги представляют собой единый том. В прошлый раз мы поговорили об исторической обстановке, исторической ситуации, а сегодня мы коснемся конкретно первых двух глав книги Неемии. Но прежде хочу представить наших гостей. У нас в студии Слава и Аркадий. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, замечательная книга Неемии. Мы сегодня исследуем первые две главы и посмотрим, вот какие важные уроки мы можем для себя извлечь из этой главы. Вот как бы вы бы описали вот эти две главы? Вот о чем первая глава и о чем вторая глава? Ну, исторический контекст, да, во-первых, показывает, что они находятся в Сузах, престольном городе, да, вот в момент вавилонского пленения. И обращение Неемии к Богу, он говорит о том, что да, они согрешили. Да, вот зачем он обращается, вот молитве к Богу? В чем была проблема, причина для такого обращения? Судя по всему, это перед возвращением обратно в Иерусалим нужно было возвращаться. Я думаю, да. Определенные переживания возникли у Неемии в связи с теми новостями, которые пришли к нему. Да. И, наверное, эти новости, они доставили не то что дискомфорт, они доставили существенные переживания настолько, что он не мог уже нормально ни есть, ни спать. И эти переживания, как мы с вами видим из контекста, длились не один месяц. То есть мы видим, что приходит человек, который приносит не очень радостные вести, да, скорее тревожную весть, и это повергает Неемию в отчаяние и побуждает его обратиться к Богу в молитве. То есть мы видим, что вся первая глава, в принципе, она сфокусирована на молитве Неемии к Богу. А вот вторая глава – это тоже молитва или это уже действие? Это описание истории уже. Это уже описание того, как Неемия пытался достучаться до царя, да, или как обратить внимание царя на себя. Вот смотрите, когда мы рассмотрим вот эти две главы, первая и вторая, мы видим, что в одной главе описана его молитва, а в другой главе описаны его шаги. Как вам кажется, вот действие и молитва, они необходимы, как в паре, или достаточно только молитвы, и отдельно достаточно только каких-то действий? На Руси есть пословица такая: «На Бога надейся, но сам не плашай». Вот здесь что-то наподобие. Вот он и молился, но и делал что-то, чтобы это урегулировать. Но это надо или не надо? Или надо только молиться и ничего не делать? Я думаю, что это нормально. Это норма. Естественно. Конечно. Здесь, по всей видимости, очень важно, чтобы мы тоже имели мудрость в этих вопросах, потому что кто-то возьмет для себя как за практику или за правило 4 месяца молиться и поститься. Буквально. Ну, по крайней мере, да. Мы с вами видим, как вопрос разрешился, и разрешился он спустя определенный период во времени. Спасибо, Слава. Вы обратили на очень такую важную деталь. В прошлый раз мы говорили о Неемии и о Ездре как о реформаторах для того времени, но помимо всего этого Неемия на самом деле был человеком молитвы. И любое решение проблемы, для него это было связано именно с волей Бога. Вот вы помните даже во второй главе, когда царь задал ему вопрос, да? А укажи мне время или как, что? И вот написано, что я, вот вторая глава, 4 стих. Вот смотрите, искал мне царь, чего же ты желаешь? И в этот момент дает ли сразу он ответ? Говорит, я помолился Богу Небесу. Естественно, он помолился в мыслях. Ну, да. Но опять же, он в любой ситуации всегда надеялся на Бога. То есть в любой ситуации он не упускал вот этой возможности обратиться к Богу. И об этом нам говорит первая глава. Она описывает Неемию как человека молитвы. Но вторая глава и все последующие главы описывают нам Неемию как и человека действия. Да, вообще вот этот момент, который вы обратили внимание, он очень интересно звучит, смотрите, 4-5 стих. «И сказал мне царь, чего же ты желаешь?» Потом я помолился Богу Небесному и сказал царю. То есть я себе плохо представляю ситуацию, когда вот царь обращается к Неемии, а он говорит, подожди, царь, я сейчас помолюсь Богу Небесному, да, совершил молитву, и потом начал отвечать царю, да? Судя по всему… Нет, это не так же было. Ну да, судя по всему, Ездра здесь как бы имеет в виду, что вот… Царь задает вопрос, а я мысленно думаю, Господи,
и отвечает. То есть вот это обратился к Господу или помолился Господу, это, скорее всего, было... Дай вот мне это... мудрость, вот как ответить. Да, да, да. Вот да, что это, мне это сказать? Это был миг в мыслях. Да. Но на самом деле он был полностью вот сосредоточен, вовлечен, как бы сконцентрирован на том, чтобы Господь сейчас через него что-то сделал. То есть это была молитва. Конечно. Ну, согласитесь, мы с вами в Священном Писании практически мало где находим подобные вставки. Угу. Да. Вы могли бы еще припомнить что-нибудь похожее? Чтобы вот шел как бы какое-то повествование шло, да, а потом прерывалось вот такой фразой: «Я помолился Богу Небесному». Ну, что-нибудь близкое или схожее. Я не могу припомнить. Ну, вот так вот слету, сходу не могу припомнить, да. Это, по всей видимости, свидетельствует о глубоком посвящении, о глубокой и искренней вере. Это человек молитвы и человек действия. Веры. И человек веры, да. И вот интересно, вот мы читаем, что когда пришел Ханани, один из братьев моих, кстати, до сих пор невозможно с точностью сказать, это один из братьев в плане духовного брата или это был его родной брат. Потому что когда мы читаем ту же самую главу, 7 главу, 2 стих, вот смотрите, как там звучит. «Тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости». Вот некоторые на основе этого заключают, что, скорее всего, Ханани был его родным братом. И он пришел, и из всего этого повествования видно, что у Неемии не было контакта с переселенцами. То есть это как бы был первый контакт. Вот приходит его брат, Вере или буквальный брат, и доносит ему весть. И какое впечатление здесь создается, что Неемия даже не ожидал вот такой вести. Ему казалось, что... Все намного легче. Что намного легче, намного проще. А когда ему доносят вот такую весть, вот как описана вот его реакция? Вот в 4 стихе, 1 глава. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом». Вы смотрите, «услышав эти слова, я сел». Наверное, это говорит о том, что настолько печальная весть была, что ни на что силы в его ногах стоять. То есть он сел, заплакал и печален был несколько дней. Как вам кажется, сколько дней он был печален? Сложно сказать. Сложно сказать. Если, ну, давайте если, мы прочитаем первую главу, первый стих. Слова Неемии, сына Ахалина, в месяце каком? Кислеве, да, в 20-м году, месяц Кислев. Теперь вторая глава, первый стих. В месяце каком? Нисане, 20-й год, то есть тот же самый год, угу, мы видим только разницу Кислев месяцев. Кислев и Нисан, да? И написано, я старался не выглядеть печальным, но все-таки все это время, в каком состоянии он находился? В печальном состоянии. А вы знаете, сколько проходит от Кислева до Нисана? Это 4 месяца. И вот когда здесь написано, я был в печали несколько дней. На самом деле это несколько дней, это продолжительность этих дней 4 месяца. То есть, что мы можем сказать о Неемии? Настолько он сильно заботился о Божьем деле, настолько сильно он любил Бога и свой народ, настолько он был опечален, что его город находится в разрушенном состоянии, что в течение 4 месяцев он не мог прийти в себя. Я бы хотел обратить ваше внимание вот на 1 главу, 11 стих. Вот смотрите, что он там пишет. Последний момент. «И благопоспеши рабу твоему теперь, и веди его в милость у человека сего». Вот человек сего, о ком идет речь? Об царе Артаксерксе, да, мы понимаем. Но вот смотрите, как Неемия отзывается о нем. Не как о великом, могущественном там царе Артаксерксе, которого все превозносили, да? А для Неемии это был просто простой человек. Потому что Неемия знал, что решение вопроса зависит не столько от этого человека, сколько решение зависит от кого? От Бога. То есть Неемия понимал, что это такой же простой человек, который подчиняется воле Божией. И Бог может через него осуществить
свои намерения и свой план. И вот во второй главе, вот мы плавно переходим вот ко второй главе. Вот смотрите, долгое время, проходит 4 месяца. Мы понимаем вот текст «Я был виночерпием у царя». Это опять же 11 стих. Да зачем он упоминает здесь о том, что он был виночерпием? Он хочет сказать, что это был повод мне появляться перед царем. Но, как видно из оригинала, он не был единственным виночерпием. Здесь, скорее всего, я был одним из виночерпиев у царя. И вполне возможно, что в течение 4 месяцев Артаксеркс Неемию не вызывал. Более того, мы понимаем, что Артаксеркс находился вот в военном конфликте в то время. И вот пришло время, когда царь вызывает именно Неемию. И написано, что я, казалось, не был печален пред ним. Но вы знаете, вот как бы ты бы ни пытался что-либо скрыть, если у тебя это сидит, вот печаль на сердце, оно обязательно даст знать. Ну, хоть улыбайся, хоть я не знаю, что хочешь сделай, но видно по глазам, что не все у тебя в порядке. И вот, вы знаете, вот страх чем был вызван? Страх вызван тем, что по обычаям того времени нельзя было появляться в присутствии царя печальным. Это каралось смертью. Смертельная казнь. Вот смотрите, книгу Есфирь. Давайте мы откроем в 4 главу, 2 стих. Есфирь 4:2. Что написано? И дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Во вретище. То есть нельзя было печальным видом заходить в царские ворота и тем более предстать перед царем. Потому что по закону Медо-Персян, если ты предстал вот в каком-то таком в траурном виде, это смертельная казнь. И также Неемия понимал, что чего он хочет от царя? Чтобы царь позволил ему отлучиться от двора. Это тоже каралось смертью. Поэтому он пытался не подавать вида, что он печален. Но когда царь понял, что лицо у него печальное, и задал это вопрос, отчего лицо у тебя печальное, да? Что он? Он испугался. Почему? Потому что он понял, что, возможно, его просто казнят. И вы знаете, что историки пишут? Что Артаксеркс был, в принципе, слабым царем, но он был среди всех персидских царей самым сострадательным. Например, вместо него был бы Ксеркс, он сразу бы казнил. А видите, что здесь, не знаю, так это или не так, но мы с вами понимаем, что это Божий человек. Человек, который молится Богу, который постится, который просит у Бога о его руководстве и водительстве. Если сравнивать Неемию с Даниилом, да, то Даниил не переживал, что его там казнят, или тех, кто были вместе с ним, находились в плену и, поверьте, занимали достаточно высокое положение. И только лишь немного случаев из их жизни вошло в канон Священного Писания. Я думаю, там было намного больше всего и вся, для того, чтобы мы узнали в полноте всю эту историю. Да? Я думаю, что здесь, наверное, пришел тот день, время, знаете, как говорят, время и случай. Правильно вы заметили, но вы хорошо отметили, Слава, что на все есть время и случай. Но вот именно Бог руководит и управляет вот этим временем и случаем. Вот смотрите, он не отправляет Неемию, например, во времена правления Ксеркса. Потому что все знают, что Ксеркс не воспринял бы эту весть. Артаксеркс среди всех персидских царей отличался наиболее вот такой склонностью к состраданию. И поэтому Артаксеркс, когда заметил у него печаль, вместо того, чтобы казнить, он поинтересовался. А в чем вообще проблема? И вот в чем была проблема? Он высказал, да, вот Неемия вот эту проблему. А как он высказал вот эту проблему? Вот обратите внимание. Во-первых, как он обращается к царю? Да живет царь вовеки. Это обычная форма, как бы, долголетия, желание, благоденствие, долголетие. И дальше смотрите, что он пишет. Выдержал этикет. «Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении и ворота его сожжены огнем?» Как вам кажется, он мудро поступает или не мудро? Вот как он представляет ситуацию? Почему он не называет вот город Иерусалим? Почему он город не называет по имени?
Почему? Он говорит, город, дом гробов отцов моих. Почему он прямо не говорит, вот Иерусалим, запустение, надо его построить. Вот есть ли здесь мудрость, дипломатия или нет? Ну, скорее всего, что есть все-таки. Скорее всего, есть, потому что это был, в принципе, покоренный... Поверженный город. Город. Поверженный город, да. И были такие слухи, что вот если там отстроиться, то они потом будут восставать. У них всегда были со всеми проблемы. То есть законное ожидание. Да-да-да. Поэтому он просто рассказывает, что вот тот город, ну ты понимаешь, о каком городе идет речь, да? И он говорит, что это моя боль. Вот это, а как раз он утаивает, о каком городе идет речь. Ну вы знаете, а вы мне скажите. Догадаться можно. Да, что неизвестно, кто у тебя прислуживает? Ну, это что, непроверенная информация? Кто не факт. Является... Ну как? Извините. Виночерпий. Уже ближе куда? Куда ближе виночерпия? Это человек гипервысокого статуса. Это министр. Это министр, который еще по определению еще занимался тем, что вот через себя пропускал. Не, я понимаю, Ставан, но они, естественно, понимали, что он иудей, например, конечно, что этот грек. Конечно. Но не факт, что он бы изучал, из какого ты города, из какого дома. Да я думаю, что знает. Не, вряд ли. Царю делать нечего вот разбираться вот в таких деталях. Но смотрите, почему поступает так мудро. Если бы он назвал непосредственно город Иерусалим, это могло бы вызвать негативную реакцию, потому что именно этот же царь в книге Ездры, 4 глава, 23 стих, дает приказ об остановке работ в Иерусалиме. Почему? Потому что как ему представили этот город? Город мятежный. Город мятежный. И вот смотрите, 4 глава, 23 стих. Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано и писцом, и товарищами, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильно вооруженную рукою остановили работу их. Теперь представляете, вот состояние Неемии. С одной стороны, он понимает, что это тот царь, который может, который приостановил работу строительства города. И этому царю скажи только имя Иерусалим, его, в чем эта ассоциация? Картинка сойдется и все. Мятежный город – это тот город, который, говорит, не тебе не будет подчиняться, не будет тебе давать налоги и восставать будет против тебя. То есть сказать Иерусалим вот этому царю, которого он вооруженной силой подавил, вот это строительство, это могло бы вызвать определенную проблему. Поэтому Неемия все-таки поступает здесь мудро. Он не называет имя города. И он называет, что это место гробов отцов моих. Тоже интересный факт. Вы знаете, что для персов, в принципе, дом гробов, то, что они захоронены, это ничего не означает. Почему? Вы знаете, как персы хоронили людей? Чему учила религия зороастризма? Они учили, что труп не должен осквернять ни землю, ни воздух. Поэтому нельзя его кремировать, нельзя его сжигать. Ты этим осквернишь воздух, нельзя его хоронить. Осквернишь землю. Потому что осквернишь землю. И как они хоронили людей? Они на горе построили вот такую башню, башню молчания, так она называлась, которая имела три яруса. Один ярус для мужчин, другой для женщин, третий для детей. И что они делали? Они полностью обнажали труп. Если мужчина, клали на его ярус, если женщина, соответственно, и птицы клевали, съедали вот этот труп. После чего приходили уже родственники и оставшиеся кости – сбрасывали вот эту башню, она имела глубокий колодец. Вот в этот колодец. Поэтому сказать, что персам вот, дом гробов отцов моих, да в принципе для них это ничего не значит. Наоборот, они сами считали, что не надо хоронить, землю осквернять. Но, скорее всего, вы знаете, вот многие комментаторы, что здесь пишут, исключение составляли вот ахемениды. Вот ахемениды, они наоборот, они очень свято относились к гробам. И есть предположение, что именно Артаксеркс принадлежал именно к ахеменидским царям. Только так возможно здесь объяснить, зачем он ссылается на дом гробов его отцов. А они наоборот, совершенно иначе относились, то есть большим почтением, с уважением относились вот к этим гробам. То есть он как бы хотел вот в этом тексте показать, что есть город, что там есть гробы, которые находятся вот в таком плачевном состоянии. Да? И вот интересно, вы тоже заметили и сказал мне
царь и царица. Между прочим, я вам скажу, что это был не общественный банкет, потому что на общественных банкетах царица с царем не сидят вместе. Да, это конечно. Видно из книги Есфирь. Это, скорее всего, был какой-то семейный ужин или семейная трапеза. Угу. И вот интересно, когда царь задает ему вопрос, сколько времени тебе надо? По сути, он уже дал утвердительный ответ. Да, то есть это было уже как бы само собой разумеется, что ты едешь, но вопрос, сколько да, тебе вот надо? Да, вот насколько. Вот смотрите, вот ситуация такая, совершенно другой ход мог бы быть. Его вообще могли были бы казнить за это. Но Господь все так оборачивает, что это обращается в благословение. И он называет срок или не называет дату? По тексту не видно. Смотрите. «И благоугодно было царю», 6 стих 2 главы, «послать меня после того, как я назначил время». То есть время он назначает? Ну, по тексту мы не видим. По тексту видно, что он назначает время. А как вам кажется, вот какое это было время? Вот насколько? По тексту мы не видим, пока не будет восстановлено все то, ради чего он с этой миссией отправляется. Но здесь в пятом тексте мы также читаем о том, что он говорит про Иудею. «Пошли меня в Иудею». Угу. То есть он не просто шифруется. Да? Если бы не было Иудеи, то, в принципе, все то, о чем вы говорили, оно имеет свое основание. Но он говорит Иудеи. Нет, дальше он и говорит уже. Да, но... После того, как царь уже соглашается, естественно, в конечном итоге царь уже будет знать, куда он его посылает. Просто я хочу сказать, Слава, если ты придешь, вот сразу бы он первое слово бы сказал, вот Иерусалим, вполне возможно, негативная реакция была бы. Угу. А поскольку он уже расположил сердце царя, он, естественно, он не может это скрыть, этот факт, что я иду именно строить вот этот город. Просто здесь вопрос, знаете, в чем? Вот мудрости, вот с чего начать разговор? То есть нужно сначала ну, расположить сердце царя к себе, а потом, наверное, уже говорить о чем-то. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Вот представляете, вот вы, вот кто-то зашел вот на работу только, и он приходит и говорит, вы знаете, я такой-то верующий, вот такой-то деноминации. И сразу какое отношение к нему? Значит, не молился. Да, не молился или негативное отношение. А если человек в этой работе уже зарекомендовал себя, его уже уважают, ему намного легче уже рассказать, кто он есть и кто его Бог. Вот речь идет о шагах, о праведных шагах, о правильных шагах и о мудрости. И вот интересно, когда мы с вами открываем книгу Неемии, 5 глава, 14 стих, посмотрите, что это за время. Вот прочитайте, пожалуйста. «Еще с того дня, как определенно я был областеначальником их земли иудейской от 20 года до 32 года царя Артаксеркса, в продолжение 12 лет я и братья мои не ели хлеба областеначальнического». Сколько лет? 12. 12 лет. Представляете? А как вы можете себе представить такую ситуацию? Это не получается сверхнаглостью. Приходишь к царю. Попросил несколько дней. Попросить о чем-то, да? И, как вам кажется, мог бы Неемия прийти царю и сказать, вот знаете, отпусти меня на 12 лет. Вот представьте, вы идете своему начальнику, вам нужен отпуск. И вы говорите, отпусти меня, дай мне отпуск на 12 лет. А вы уверены, что он назвал 12? Ну, я вот не уверен. Я спрашиваю вас. Я думаю, что нет. А что он назвал? Я думаю, что то, о чем он говорил до того, как. Это третий стих. «Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении?» На какое время ты отлучишься, да? Да. «Пока не произойдет восстановление дома гробов отцов моих». Здесь но очень сложно. Не... Вы согласитесь, даже имея вот, скажем, вот... Ну, когда Неемия, ну давайте забежим просто наперед, когда Неемия оказался в Иерусалиме, что он делал? Вот первые несколько дней. Обходил. Обходил. А это говорит о чем? Он не знал всей ситуации. Естественно. Он должен был это увидеть. Когда он это увидел, как вы думаете, вот он мог бы сказать, что это займет вот столько-то времени? Даже будучи великим стратегом и великолепным начальствующим и строителем и так далее, да, ты можешь быть уверен, что ты за этот срок восстановишь? Это не от тебя зависит. Это зависит от многих факторов. Да, я понял, Слава, но я с вами не соглашусь. На 12 лет это невозможно распланировать. Я понял. Я просто имею инженерное образование в строительстве, я вам скажу, что это из области фантастики. Назвать
цифру 12 лет. Да, нереально. Я с вами не соглашусь. Почему? Он не мог бы сказать, пока я не обстрою дом. Потому что здесь написано, он послал меня после того, как я назначил время. То есть здесь идет о конкретном фиксированном времени, а не абстрактном. Вот как только закончим строительство, так только я вернусь. Я понял. Скажите, вы, ну вот если бы вы были царем, а вы бы смогли своего виночерпия отпустить на 12 лет? Ну вот я как раз к этому говорю. Это из области непостижимого. Вот как раз мы подходим к этому важному моменту, что он назначил конкретное время, отсутствовал 12 лет. Но он не мог сказать царю, отпусти меня на 12 лет. Естественно, ни один царь не согласился бы его отпускать на 12 лет. Но когда мы открываем 13 главу, 6 стих, Неемии, смотрите, какая картина. Здесь какой дополнительный нюанс здесь содержится. Вот смотрите, когда все это происходило, я не был в Иерусалиме. Потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксерска я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Вы понимаете, о чем идет речь? Он никак не мог, я с вами согласен, назначить дату 12 лет. Но он и никак не мог сказать, я отлучусь столько, пока не построю город. Скорее всего, он назначил какой-то там минимальный срок, минимальную дату. Я пойду, проверю, обследую и посмотрю, и вернусь. Мы можем, конечно, какую-то логическую связь построить, но насколько она будет объективной, в принципе. Здесь, наверное, акцент на другом, вот во второй главе расставлен. И вторая глава как раз нам повествует о тех сложных моментах, которые происходили. Даже при всем том, что он имел благорасположение царя, он имел все необходимые рекомендательные письма, разрешения и так далее. И с чем он столкнулся? И вот мы здесь видим вот с тем, что были возмутители, да, которые даже в какой-то степени восстали против представителя, который был направлен в СУС, да, и причем с охранным войском. Хорошо, спасибо. Но мне кажется, на этом мы уже, в принципе, можем завершить, да? Что здесь интересно, что как бы эти противники уже не пытались что-либо помешать, они это могли бы делать только уже словесно. Почему? Потому что у Неемии уже было сопроводительное письмо от самого царя. И поэтому и при всем этом, вот смотрите, как завершается вторая глава, 20 стих. «Я дал им ответ и сказал им, Бог небесный». Смотрите, он даже ставит акцент не на царя, который разрешил и дал ему вот эти сопроводительные письма, а Бог небесный, он благопоспешит нам. То есть Неемия отчетливо понимал, что весь этот успех – этот успех зависит от Бога. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы и наш успех, и наша надежда, она всегда была сосредоточена на Боге. Аминь. Аминь. Иисус мой родной кричал, и в сердце печаль.